Мое личное отношение к любой группе примерно одинаковое. Если есть люди, которым нравится что-то слушать, значит, и те люди, которые это играют, тоже имеют место быть. И если никто от этого особо не страдает, вдвойне хорошо. Если у них еще при этом есть какой-то собственный, в какой-то степени уникальный, отличительный стиль, это втройне хорошо. Мне кажется, что в целом мы можем говорить как раз-таки о группе 2517 в этом контексте. Когда-то на голосовании Flow какой-то, по-моему, наш трек, там 50 треков года или 100, какой-то наш трек был там на втором месте или на каком, а этот был на третьем или что-то типа наоборот. И я просто включал эту подборку и шел там на улицу готовить, на кухню готовить борщ. И у меня играла вот эта вот песня вместе с десяткой. И поэтому она въелась на подкорок. И когда я ее не так давно, там год назад, там еще раз услышал где-то, подумал, о, какая классная песня. А сейчас вот вспомнил, как это произошло. Но она классная, она жизненная такая. Ее хочется спеть во дворе. Хочется спеть даже не во дворе, а просто там в душе, например. В ней рассказана реальная история, таких миллионы.